нравилось мне все это или нет. Везла меня подстреленного медсестра в реанимацию, неописуемых прелестей полна. Сверху на меня смотрела голубыми глазами яркая блондинка, изящной талией и сладкими губами. В халатике, под которым абсолютно ничего, не знал, куда и смотреть от зрелища такого. В халатике, под которым абсолютно ничего. Спрятался в норку и стал не более фасоли. Хоть спрячь в наперсток, не то засолим. О, страшное унижение! Именно в этот момент должен стоять правым солдатом, как монумент. Ужасная позорная неловкость, но не услышал от красавицы колкость. Увидел лишь на ее лице улыбку. Она понимает, играет мажор скрипку. Бывает же такое, ребята, я не вру.